Знаешь, вот лучше всего эту тему, конечно, Ким раскрыл и закрыл вот, буквально в 6 строчках. Я считаю, что... Да, что читать-то? Ой, Таня, Григорьевич, подход просто к сегодняшней ситуации. Да? Хуже уже. В этом плане. Ну, хорошо, если вас это как-то согревает. Давайте, конечно. И внушает нам надежду. Остальное как-нибудь. Ну, давайте, это ладно. Стимулирует. Больше не могу играть на скрипке. Слушай, давай пойдем погуляем, хоть дурака поваляем, хоть на траве полежим. Надоело порядком, и не заряжает зарядка, и раздражает режим. Ох уж эта родная столица, вечно зеленые лица, преснопаленый коньяк. Я предлагаю двигаться ночью лесом, строго во вход представителей прессы и мест скопления зевак. Сам и прочих. Я предлагаю двигаться ночью лесом и не сожалеть о прошлом, даже если проснемся в луже. Запоем, расправляя плечи о том, что хуже уже не будет. Может быть, только лучше, лучше, лучше. Мы с тобой пойдем по грибы, пойдем по грибы, пойдем по грибы. Мы с тобой пойдем по грибы, пойдем по грибы, пойдем по грибы. Все помните еще Лену Пестереву, да? Да. Она вот просто сегодня там, ну, сына почти что в армию готовит там на сборы, поэтому не приехала. Но на неделю их отправляют, это большой стресс для матери. Вот. И на самом деле, когда я еще не знала, Майя согласится приехать или нет, я говорю: Лен, там такой концерт в Обнинске, ну, гитара и скрипка, ты же играла когда-то на скрипке? Она: о, нет! Я ничего не помню. Я говорю: ну ты можешь просто взять ее, приехать со мной и просто с ней постоять. Будет смешно. Она говорит: ну и ты тогда тоже постоишь просто с гитарой, и мы почитаем стихи. Я говорю: ну отлично, все придумали, вот, мы уже были готовы ехать, но Майя согласилась. Вот. Но имейте в виду, что такая опция у нас есть. Она. В общем, соглашайтесь, так тоже мы ее придумали, да. Просто выйдем, такие гитары и скрипка. Вот. Но дальше у нас уже мысль там полетела, там сделать костюмы, там, там, так,
просто походить. Но на самом деле очень-очень такая креативная эта вот идея. Гитара, скрипка. Жалко, что у нас всего два скрипача. Нет, у нас больше скрипачей здесь. Да, где же? Сейчас у вас будет выступать специальный приглашенный. Да, я думала почему-то, что на двое всего. Это сюрприз, да? Она ша-ша-ша. Да, конечно, в том-то все дело, что я уверена, что половина сидящих в зале немножечко в детстве играли на скрипке. Даже я играла несколько часов на скрипке. Я взяла у соседки по общежитию скрипку, вот, и полночи на ней, значит, пыталась создавать какие-то звуки, и к утру у меня даже получилось подобрать какую-то простую мелодию, там типа то-то-то-то-то-то, ну, знаете, да, вот это вот, чтобы соседям лучше спалось, да. Вот, я поняла, как устроено вот это вот, этот безладовый гриф на гитаре, что я умела, да, вот. И потом я утром спрашиваю соседок, я говорю, ну как я играла? Они боялись меня, говорят, хорошо. Все врут. Ну, нам надо как-то завершить свое выступление, да, и мы попробуем сейчас вспомнить еще один блюз. Как вот с этой вот без точечек? Есть точечки? Нет, одна. Одна точечка. Это тяжело. А Зоя играет ничего. А Зоя привыкла. Давай поменяемся. Ты постоишь со скрипкой, а я поиграю на гитаре. Thank you.
9 мая горят Татьяна Пушкова.